люстром снова. Мать бы в эти повязки. Ну, в центре. Посмотрим, что делается. Особых изменений нет. С этим карантином уже все запарились. Честно. Какое-то изваяние. Интересно. Народ живет, жизнь идет. Ратхаус. Люстро. Ой, блин. Сколько же здесь связано всего с этим люстро. Красивый уголок. Ой, да. Если кто-то видит здание 904 года, сейчас попробую увеличить. Нет, это так. Так, попробую выйти на замок. Все дороги ведут к замку. Улочки, фонарики. Резко погода поменялась. Было солнышко, стало очень-очень. Что-то я, наверное, не в ту улицу завернул. Вернемся ко мне обратно. Шоколадница. Что-то непонятно, что-то шьет. Бутыры. Многое стоит. Очень многое. Да, турки захватывают территорию. Во.
Во. Это, конечно, это ретро-магазин и русских товаров. Тысячу 619, даже 18. Ё-моё. Шикарно. Да. Старину здесь дышит, конечно. Дамы и Херен, друзья, вот он замок, я его проскочил. Мама дорогая. Ладно, зайдем с тылу. Зайдем с тылу. Ух ты! Думаю, тут работа ремонтная. Даже кран появился. А я отсюда никогда не заходил. Зайдем. Посмотрим. Зайдем. Посмотрим. Просто так. О. Да ладно. Что-то мяукнул. Никто не понял. Ой. Да тут ремонты. Опа-на. Сука, я родил. Ничего. И замок Шойника подруг. Прискорбно. Но приятно. Идут ремонты. Так, дети сидят. Ну, все закрыто.